24 августа, 8 часов 20 минут. На автодороге Чапаево-Жилпоктал-Касталовка, вблизи поселка Жилпоктал-Касталовского района, западной Казахстанской области, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Установлено, что водитель автомашины ГАЗ-3102, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стоящую на обочине автомашину КАМАЗ. В результате ДТП 4 человека погибли и 3 госпитализированы в больницу, из них 2 несовершеннолетних. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. В ДТП погиб сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины ГАЗ-3102. Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражает соболезнования семьям и близким погибших. Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.